Постановление говорило, что группа врачей из семи, скажем, шесть было еврейских имен, не лечила людей, а отравляла людей, будучи на службе у иностранных разведок. Люди поверили, что самое странное, и боялись ходить к еврейским врачам. Это создало вообще такой климат в стране. Шли разговоры, что Сталин выступит и скажет, чтобы спасти еврейский народ от справедливого гнева русских, его надо выселить из больших населенных пунктов, где он вот контактирует с другими, поселить отдельно изолированно, что это гуманный акт во имя спасения евреев делается. Я ни минуты не сомневаюсь, и это как-то все тогда понимали, кто жил в то время, что если бы Сталин не умер, то совершенно несомненно евреев бы вывезли. Это все было бы. Это уже было так же реально, как было реально переселение кавказских народов. Вы ведь знаете, как это было тогда организовано. Они в 24 часа выселяли народы. Вот мы плохие организаторы, а вот в такие минуты мы оказываемся гениальными организаторами. Мне рассказывали на Кавказе, как кабардино-балкарцев, вот мы были в Кабардино-Балкарии, выселяли, подогнали нужное количество машин, все размечено, блестящая организаторская способность. Совершенно так же прошло бы выселение евреев из Москвы, из Ленинграда, в этом нет никакого сомнения. Да. Я хочу сказать о смерти.